Всем привет, ребят, это снова вы, это снова я. И сегодня я продолжаю серию видео по изготовлению ульев из ППС, из пенополистирола. Вот, прошлый раз я снимал видео о том, как я делал обвязку. До этого было видео, как я делал вот этот шестирамочник. Кстати, вот крыша вот такая у него, простая его. Покрашенная оцинковка заводская. Можно будет, в принципе, еще бруски тут нашить. Но она на хлопушку, но летний вариант даже вот такой нормальный будет. Итак, о чем же я хотел еще сказать вам. После того, как я изготовил этот шестирамочник, я решил его немного защитить. Почему? Дело в том, что в предыдущие года я делал тоже корпуса такие вот. Кстати, наверху есть корпус. Сейчас я вам покажу. Тоже была внизу обвязка, а наверху я поленился. И вот смотрите результат. Рамки я когда устанавливал, деформировался паз. Также его пчелы иногда грызли. Вот здесь прогрызли. Вот. Ну а по поводу защиты стенок, вот смотрите, если вам видно, с этой стороны, с этой. Вот, были небольшие подгрызания, потому что семья была сильная и хорошо развивалась, ей не хватало места, и она начала грызть пенополистирол. Ну, может, по другим причинам. Что касается обвязки деревянной, вот, если вы видите тут, вот, смотрите, она хорошо себя зарекомендовала, потому что я ее вот засиликонил, нигде ничего не толком тут не подгрызали внизу. Вот, и она сработала на все 100%. Этому корпусу в этом году будет уже, грубо говоря, второй сезон. Даже нет. Да, второй сезон будет. В прошлом году они отработали его у меня хорошо. Сделал я их 2 года назад, но в конце сезона, получается, 2019-го, и они толком так и не сработали. Основную часть они работали, если вы посмотрите у меня на видео, в 2020 году. Ну и я вот купил такой скотч, посмотрел в интернете и решил подстраховаться снутри, обклеить его скотчем из фольги. Есть, конечно, на просторах интернета и другие способы. Но есть также и другая фольга, но она у меня сейчас нету в доступе, в магазинах невозможно ее купить, придется заказывать по интернету, надо будет смотреть. Есть у меня одна задумка, но я думаю, что в ближайшем будущем я вам расскажу про нее. Ну а пока попробуем шестирамочник обклеить вот таким скотчем и посмотреть, что из этого будет ради эксперимента. Итак, поехали! Ну, вроде ничего получается. Решил я сразу попробовать наклеить пару штук, а потом вам показать, чтоб сделать аккуратно, посмотреть. Ну, вот визуально, если вам видно, вот так получается. Я это клею в стык, можно будет чуть-чуть наклёс сделать. Сейчас шаблон вот такой вырезал. Сейчас по нему буду я вырезать ленту и обклеивать потихоньку вот так. Наклею одну сторону, вам покажу. В принципе, делаю это в первый раз. Как говорится, в первый класс, но надо учиться. Конечно, я говорю, повторюсь, в идеале было бы, если бы это все дело бы у нас было бы пошире. Тогда бы быстрее и эффективнее это все клеилось. А так получается, грубо говоря, делать все дольше и более-менее аккуратно. Вот сейчас перепроверю еще. Да, как раз подходит. Нарезать надо вот такие полоски. И потом мы поклеим. Сейчас его нарежу. Тут сколько надо будет, грубо говоря. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Где-то полосок по 30 сантиметров. И заодно узнаем, сколько расхода
пойдет фольги у нас такой на один мини-корпус. И посчитаем себестоимость. Что выгоднее, купить корпус шестирамочника или сделать самому? Сейчас я при вас буду пробовать склеить. Вот, покажу, как это делается. Конечно, работа такая муторная. Пока снимешь этот скотч. Вот это единственный недостаток. Но если ты не будешь сразу нарезать кусочки, то могут больше быть косяков. Так что вот так все-таки намного удобнее. Так, там главное выставить ровно. Ну, чтоб по линии вести. И немного будем. Так, чтоб ровно было. Складывается она так, что потом ее не отдерешь, можно сказать. Надо очень аккуратно это делать. Может, надо было дно открутить, но не знаю. Главное, чтобы не было пенопласта. Пчела уже грызть не будет эту фольгу. Так, немного сделаем нахлёст. Так, сетка мешает. Да, надо сначала потихоньку выровнять, а потом ввести вот так. Ну, как говорится, в процессе потом получаешь уже опыт. Техника приходит со временем. Да, надо и клеить нахлёст, ребят, и тогда будет его красивее получаться. Эту сторону я обклеил, конечно, далось мне нелегко. Особенно вот этот край я чуть-чуть закосил. И получилось, что тут неровно получилось. Вот, углы надо строго клеить по периметрам, не заходить на вторую сторону. Иначе ерунда получается. И самое главное, вы эту, получается, бумагу сразу не отклеиваете. Потому что если ее сразу отклеить, статика получается, она скручивается, фольга. И тогда получается косяк, она вот слипается и все. Ее уже не выпрямить ничего. Она получится уже все испорчена. Сейчас попробую заклеить остальные стороны, тогда вам покажу уже сам результат. Ну, конечно, если был бы суцельный бы большой лист бы, можно было бы заготовки сразу обклеить, и было бы вообще супер. Вот такие вот дела. Ну вот, ребята, наконец-то сделал я это все. Теперь могу вам показать. Конечно, далось мне это нелегко. Хороших минут 40 я потратил. Но это стоит того, чтобы, как говорится, погеморройничать и сделать вот такой вот корпус. Полностью облицованный фольгой, который будет давать защиту пеноплексу от пчел, когда они захотят грызть стенки. Ну и также будет давать большое тепло во время зимовки. Летом будет не так жарко, но в холодные весенние дни будет лучшее развитие. Вот. В принципе, если немного приноровиться, можно потихоньку клеить вот так корпуса. И будет довольно неплохой шестирамочник или корпус вот такого улья на 10 рамок. Все.
все у меня пошло, вот одна небольшая вот такая бухточка скотча, размер 48 миллиметров на 10, вот, рассчитывайте сами. И был небольшой кусочек у меня брака, где-то сантиметров 10-15, вот. А так, в принципе, у бухты хватило, чтобы полностью поклеить шестирамочник. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец вверху. Не забывайте нажимать на колокольчик оповещания. Всем пока-пока, до новых встреч, следите за новыми видео.